Здравствуйте, я Владимир Доронин. Юлия Снегирь. Высказывания этой замечательной актрисы настолько солидны, проницательны и точны, что не остается ничего другого, как с большим удовольствием внимать им и наматывать на ус эти мудрости молодого и очаровательного профессионала. Юля пришла в Щукинское училище уже с жизненным багажом. К этому времени она уже была мастером спорта по шахматам и выпускницей Московского государственного педагогического университета, где она закончила факультет иностранных языков английское отделение и успела поработать учительницей английского языка. Начать хотелось бы вот с этого любопытнейшего высказывания актрисы. Мефистофель явно был женщиной. Только женщина может так сильно хотеть завладеть душой мужчины. Согласитесь, не в бровь, а в глаз. Какое точное наблюдение. И какая компактная, четкая, ясная формулировка. Или следующее высказывание, которое опять-таки характеризует ее как женщину кокетливую, лукавую и, конечно же, себе на уме. Женщиной быть круто! Все наши жалобы на головные боли, месячные диеты и каблуки лишь для того, чтобы вы нам не завидовали. Или еще какое зрелое размышление об актерах и театре. Актер должен играть в театре, только так он может расти и развиваться. Мне нравится мысль, что талант – это предрасположенность человека к труду. И я свято верю, что одной природы и способностей мало. То есть отношусь к категории людей, которые пытаются постоянно над собой работать. Не знаю, что такое актер только для кино. Мне кажется, что любой киноактер легко или трудно может стать театральным артистом. Энергия залы и сцены помогает и заряжает на физическом уровне. А вот честное признание актрисы о зависимости от партнера. Вообще хорошо работать с хорошими артистами. Я очень зависим от партнера, с плохими играю плохо, а с хорошими хорошо. Самая заметная роль Юлии Снегирь для многих стала роль Салтычихи в телевизионном фильме «Кровавая барыня», где она взяла на себя актерскую и человеческую смелость сыграть этого кровавого монстра в юбке. Поначалу актриса отказалась от этой страшной роли, но когда поняла, что в основе такого поведения этой женщины лежит неразделенная любовь, согласилась. И вот что она сама говорит об этой роли. «Роль Салтычихи далась мне кровью. Есть такой фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Там ее героиня проникает во внутренний мир серийного убийцы, буквально. Вот то же самое я пыталась проделать с Салтычихой. Это очень неприятно. Но, как мы знаем, эта роль удалась актрисе и стала очень заметной работой в ее актерской карьере. На этом все. Не забывайте оценивать, писать комментарии и подписываться. До новых встреч!